Челябинск, привет! Не успел начаться в Сочи Всемирный фестиваль молодежи, как делегация Челябинской области начала свою подготовку с самых первых дней приезда. А все для того, чтобы с теплотой встретить подшефную страну нашего региона. Начиная с аэропорта и заканчивая отелем, участники с юга Урала приветствовали наших иностранных друзей из Азербайджана, дарили им подарки и делали совместные фотографии. Очень хорошо, вот нам было очень приятно, с такими бурными овациями нас встречали везде, и в аэропорту, и тут, пока мы... Ой, я еще хочу сказать про открытки, которые были написаны вручную. Это просто шикарная идея, на мой взгляд, для каждого участника, чтобы он себя индивидуальным так почувствовал. В составе делегации Челябинской области 135 участников и 60 волонтеров, в их числе студенты Южноуральского государственного университета. Привет, Юргу! Вещаем вам со Всемирного фестиваля молодежи. Сегодня в программе торжественная церемония открытия. Пошлите посмотрим. Восемьдесят стран, более 10 000 улыбок, национальные костюмы, флаги и песни слились в одном масштабном событии – шествие молодежи мира. В нем каждый почувствовал себя частью чего-то великого. Мы удивились не только от масштаба, но и от подготовки каждой страны. Над головами проносились колесницы, верблюды и красавицы в трехметровых платьях. Я получила большой прилив энергии. Не знаю, как объяснить. Энергия, которая присутствует только на мероприятиях или на фестивалях, когда все заряжены одним делом, у всех одна энергия, и они все... этим горят. И когда ты находишься в этой атмосфере, ты говоришь, да, блин, это классно, я здесь нахожусь, я в числе этих счастливчиков, и я смогу здесь проявляться. Я просто в восторге. На Всемирном фестивале молодежи были представлены стенды каждого региона России, и Челябинская область не исключение. Посетить их мог любой желающий, а самое интересное – увидеть особенности каждого уголка России и поучаствовать в представленных интерактивах. Например, роспись матрешек, караоке, а как вам настоящая робот-собачка из Нижнего Новгорода, с которой можно было поиграть. Я никогда не видела так много людей, которые сплочены одним делом. Мы здесь для того, чтобы налаживать коммуникацию межкультурную, чтобы общаться, дружить. За время всего фестиваля мне удалось уже познакомиться с многими людьми. Мне удалось... даже завести некоторые контакты. Город молодежи также посетил губернатор Алексей Текслер. Вместе с участниками Челябинской области он передал книги библиотеки Сириуса. Также ребята провели экскурсию по стенду нашего региона, пообщались с губернатором в открытом диалоге, где обсудили планы развития области и подарили главный символ фестиваля – Чебурашку. Чебурашка был подарен каждому участнику фестиваля. Пушистого друга можно было обменять с ребятами из других стран и городов России. Участники фестиваля трепетно подошли к обмену и кастомизировали чебурашек. Кто-то шил кофточки, а кто-то одел кружку в региональную символику. Мы на Всемирном фестивале молодежи, и прямо сейчас проходит обмен чебурашками с другими странами. Where are you from? Namibia. Oh, I'm Russia. This is you. And this is Nelao. Thank you. Nelao, and the name? What's her name? This is from Chilean. Okay, this is Donella from Namibia. Thank you very much. Welcome. Культурное шествие завершилось встречей иностранных участников с делегацией Челябинской области, где ребята с юга Урала выступили с народным танцем, а также сыграли в ручеек и пообщались с участниками из разных стран, научили их русским фразам, сделали совместные фотографии. Добро! Более 800 мероприятий объединили участников со всех уголков планеты. Нашим корреспондентам удалось побывать на самых различных событиях. Фиджитал-гонки, где необычные соревнования проходили сразу в двух мирах – реальном и виртуальном. Фермерский рынок «Пир на весь мир» дал возможность гостям фестиваля попробовать фермерские продукты от Калининграда до Владивостока. Забег навстречу друг другу дистанцией 4,5 километра. Мастер-класс от блогеров и ведущих медиа-специалистов. Вечерние концерты с известными исполнителями и многое другое. Все это – Всемирный фестиваль молодежи.